Добрый день, дорогие дачники канала Тюнечи Инфо. В сегодняшней аудиостатье мы рассмотрим тему, через сколько дней после цветения созревает картофель. Огороднику необходимо знать, через сколько дней после цветения созреет картофель, для того, чтобы откорректировать дальнейший уход за ним. После окончания цветения картофеля традиционно наступает период сборки урожая. Собирать урожай необходимо в оптимальные сроки, после того, как отмирает ботва. В редких случаях ее рекомендуют срезать. В период после цветения основная масса питательных веществ накапливается в клубнях картофеля. Ранняя обрезка ботвы приведет к повреждению посадок или заражению клубни возбудителями грибковых инфекций. Если слишком затянуть с обрезкой, клубни картофеля начинают подгнивать. Период созревания картофеля по критериям. Ранние сорта картофеля через 65 дней с момента посадки. Средние сорта картофеля от 65 дней до 80 дней. Средний поздний сорт картофеля 80-95 дней. Поздний сорт картофеля от 95 до 110 дней и позже. В зависимости от того, какой сорт картофеля был посажен, такой период, через сколько дней созревает картофель. После цветения проходит от 1 до 2 недель, пока ботва отмирает. Выкапывать картофель можно после того, как ботва полностью отцветет. Листья пожелтеют, а затем приобретут бурый оттенок, засохнут и частично опадут. Что влияет на срок созревания картофеля? Минеральные удобрения ускоряют созревание картофеля. Органические подкормки в большом объеме затягивают вегетацию, плюс повышают содержание нитрата в клубнях. В бедных почвах картофель нужно выкапывать рано. В плодородном грунте развитие клубней продолжается до поздней осени. Сухая почвенная смесь сокращает срок созревания картофеля. Что влияет на плодоношение картофеля? Исходя из перечисленных данных, понятно, почему огородники используют технику сокращения полива и подкормки удобрениями ближе к концу цветения. Это помогает значительно сократить период плодоношения и поспособствовать ускорению созревания плодов картофеля. В этот период также необходимо позаботиться о состоянии картофеля, следя за температурой и влажностью воздуха. Слишком влажный воздух при пониженной температуре приведет к тому, что на участке начнут развиваться грибковые заболевания. В данном случае огороднику рекомендуется срезать ботву картофеля ранее ее естественного отмирания, для того, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций. Когда копать картофель после цветения? После того, как ботва картофеля отцвела, приступаем к выкопке. Не выкапывать картофель больше 3 недель с момента отмирания ботвы нельзя. Затягивание выкопки картофеля приведет к тому, что клубни либо заплесневеют, загниют, либо же не будут храниться после. Выкапывать клубни картофеля, если стебли зеленые, а сезон подходит к концу, также нельзя. Но можно применить меры по ускорению созревания клубней, описанные выше. Ранние заморозки могут повредить посаженный картофель. В таком случае необходимо как можно быстрее его выкопать, чтобы успеть сохранить в клубнях больше питательных веществ и получить здоровый урожай. Теперь вы знаете, через сколько дней после цветения созревает картофель. Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на канал, чтобы первыми получать интересные статьи. А также переходите на сайт, там гораздо больше интересной информации о растениях и овощных культурах.